Я занимаюсь мебелью, принимаю заказы от своих клиентов. У меня есть постоянные клиенты, с которыми я работаю не один год. Никаких проблем, никаких лишних негативных отношений и опыта в негативных отношениях в отношении с клиентами у меня никогда не было. Постоянно все основано на доверии, на взаимопонимании и бесконфликтности. Взяв заказ на мебель у Константина Геннадьевича Маликова, работающего начальником в энергосетях, просчитавшись на кое-какие деньги, мы не пришли к какому-то нормальному положительному результату. Да. То есть получается, деньги за работу, которые он должен был мне заплатить по окончанию изготовления мебели, не хватало на закупку материалов, не перекрывало эту сумму. Даже мои заработанные деньги. Подобавить еще там несколько сотен, примерно вот так. Вот. Он ничего не захотел слушать. И с помощью работника милиции приходил ко мне домой, кричал, угрожал, сказал, что посадит меня в тюрьму, посадит на трое 15 суток. Работника милиции зовут Эрик, кавказской национальности, азиатской. Вот. 29 числа они подъехали, 29 мая, они подъехали к моему подъезду, посадили меня в машину, сказали, что повезут в отдел писать заявление и оставлять меня там. Но потом передумали ехать туда, приехали сюда, начали рыться в гараже, выгребать инструменты, смотреть материалы, прерывать здесь все вергном. Вот. Инструменты загружать себе в машину, выгружать их, заставлять писать расписки. Вот. Вели себя очень нагло, хамско. И забрали ключи от машины. Более нагло вел себя работник милиции Эрик и заказчик Константин. Они вели себя очень нагло. Они сказали, что если я не принесу им денег, причем там плюс неустойка, Эрик собственноручно, сидя на заднем сиденье машины, достал из кармана 600 рублей и сказал, что эти деньги уходят в счет неустойки. Также достал права, ключи от машины, временный техталон, ну и все, что связано с машиной, все документы он забрал. Ну и заставили написать мне здесь расписки. Да, в гараже о том, что я отдаю им собственноручно, по своей доброй воле, деньги и документы. Так раз били по голове. После этого они продолжили рыться в гараже, ну, вот, и смотреть, что для них имеет ценность. Вот, забрав документы, все это, ключи, они сказали, что на следующий день ждут от меня 6 тысяч наличными деньгами. Если нет, мы тебя и там и наделаем на... Ну, говорите так, в эфир. Ну, в общем, очень оскорбительные вещи. Сексуального характера. Вот. И что они подбросят мне пистолеты, и наркотики. Если надо, он позвонит сюда в ГВД, приедет наряд ППС, и найдут у меня и пистолеты, и наркотики, и все, что можно. Вот. Если я не буду делать то, что им нужно. А на следующий день я обратился в прокуратуру, написал заявление. И никаких результатов. Сижу, жду. На днях пришли три человека, я их видел. Среди них был один милиционер, один властник Таврии и один какой-то его знакомый. Вот я заходил в гараж, поздоровался с ними, спросил, в чем проблема, так как не горел свет в гараже. Сказали, проблем нет, все нормально. Сказал Эрик, милиционер. Раньше он работал в городе. Чуть-чуть, как бы, знаю. Вот. Ну, поздоровавшись, я развернулся и ушел.
Через какое-то время, там час-два, я уехал с гаража. Не обратил внимания, что у меня села мобильный телефон. Поздно ночью пришел, что домой, включил телефон, что сообщение, сразу звонил. Дима мне рассказывает, что у него вот этот Эрик и эти два друга, его знакомый, какой-то водитель Тавы. Заламывший руки, малюха побил, заставили нам взять какую-то расписку и забрали ключи от автомобиля, техпаспорт, талон на право управления. Машина в данный момент стоит на без присмотра, забрать не можем. Звонивший Костину просил вернуть ключи, и он сказал, что у меня все в полиции повязано. Вот, я хочу писать заявление в прокуратуру. Так как человек говорит, что у него там связаны с милицией какие-то там возможности, и он в жизни может у меня отдать.